симфония, что переводе означает благозвучие, волнует сердца людей. Итак, наша первая номинация. Симфоническая музыка. Мы приглашаем на сцену правообладателей номинируемых релизов. Оксану Сереженко, заместителя генерального директора Российского государственного музыкального телерадиоцентра, продюсера проекта «Возрождаем наследие русских композиторов», неизвестный Масалов. Михаил Чекалин, композитора, исполнителя, автора произведений «Последние времена года» и «Черный квадрат». Светлана Чеклыгин, представителя лейбла «Пентатон», издателя релиза Дмитрий Шостакович, симфонии номер 4 и номер 10. Должен сказать, что крайне интересная запись. Я ее слушал с огромным интересом, потому что ни одного сочинения, которое записано, я не слышал никогда. Замечательно. Диплом лауреата второй степени. Дмитрий Шостакович, симфония номер 4 и номер 10. Светлана Чеклыгина, издатель.
конец. И, наконец, диплом лауреата первой степени и денежный приз. Аудиозапись «Висковские вокальные циклы для баритона». Илья Кузьмин, исполнитель.
лауреатов третьей степени. Аудиозапись. Вайнберг, фортепианный квинтет, Прокофьев, увертюра на еврейские темы. Андрей Ярошинский. Исполнитель. Диплом лауреата второй степени. Аудиозапись. Шабалин. Полное собрание произведений для скрипки и фортепиано. Ольга Соловьева. Исполнитель. Спасибо большое, поздравляем. Thank you.
Приглашаем на эту сцену Михаила Зюдзе, релиз «Странствующий контрабас», Александра Гиндина Рахманина в концерте фортепиано с оркестром и Ефрема Подгайца, автора концерта «Двойное зеркало».
Они сделали большую работу. Я очень рад, что тоже архивные записи, о которых уже была речь, имеют здесь свою премию. Итак, мы приглашаем на сцену продюсера Московской консерватории Евгения Платонова, который представляет две архивных записи. Концерт номер 3 для фортепиано с оркестром, Прокофьев и Стравинский. Петрушка. Исполняете для последующих поколений. Спасибо огромное.